5 декабря около 11 утра все мозырские службы экстренного реагирования получили тревожное сообщение. На Припяти в районе Старого моста тонут 2 человека. На место ЧП в срочном порядке выехали сотрудники МЧС, водные спасатели, медики. К слову, ситуация была условная, тренировочная. Это своего рода экзамен, который был сдан успешно. Он показал полную готовность к такого рода чрезвычайным ситуациям. На данный момент такие учения весьма актуальны. Вот только несколько последних происшествий. В конце ноября на реке Сож под лед провалились 2 рыбаков, жителей Чечерска. Их удалось спасти. 2 декабря в Барановичах едва не утонули 3 детей, которые пробовали первый лед на прочность и опять же провалились. Чудом их спас случайный прохожий. В Витебской области зимняя рыбалка обернулась трагедией. 2 мужчин утонули. Спасатели бьют тревогу и призывают граждан к осмотрительности. Специалисты обращают внимание. Толщина льда на озерах, не говоря о реках, не достигла безопасной отметки. Выход на такой лед смертельно опасен.